Не-не, он за него. За ним. За него выходит. Это вот здесь остановился, показал. Дай. И хотим, да, наверное, выиграть все, что возможно в этом сезоне. Мы по первому тайму лучше играли, они по второму. Ну, 3-3, я считаю, закономерно. Мы сила! И сегодня нам помогает Александр Ромкирович, он известный. Ой, ну тяжело, честно. Для каждого футболиста мечта, наверное, стать чемпионом, во-первых, а во-вторых, это поиграть в Лиге чемпионов.